Ребята, всем привет! Сейчас находимся на копе. У меня первый сигнальчик. Сейчас покажу вам, что интересненького. С нами сегодня совершенно новый человек, наш подписчик. Копает с XTERRA Pro, с моей. Вот, я с Деусом сегодня. У меня первый сигнальчик. Сейчас мы его посмотрим, что у нас там попалось. Так, итак, у нас вот такая вот интересная каниночка. Ребят, я, честно, думал, что это монетка, потому что как она круглая, я не посмотрел особо. Думал, что монетка какая-то с плохим ВДИ. Оказалось, каниночка. Тоже интересная находочка. Так что едем дальше. Ян, ну что у тебя там? Так, ребят, он, похоже, выкапывает кладик. Сходим посмотрим. Ну, сразу видно новичок. А ты в курсе, что яму потом за собой надо закапывать? Да. В курсе, да? Да. Просто такой сигнал был, блин. Я уж думал, блин, все, я уже хотел. Еще надо... За своей жизни, блин. Еще надо убирать вот это вот все за собой. Ладно. Офигенно. Ну что ж, поздравляю. А ты знаешь, кстати, что хорошая примета носить свою первую находочку всегда с собой. Мне еще повезло, она такая маленькая, блин. Едем дальше, друзья. Ребята, трясутся руки, ноги. Смотрите, какая красота лежит. С 21 по 31 октября в сети магазинов МД Регион скидка на легендарные детекторы. Так, например, XTERRA 705 старая цена 41 999 рублей, новая цена 34 999 рублей. XTERRA Elite старая цена 57 999 рублей, новая цена 49 999 рублей. XTERRA Elite Expedition старая цена 65 999 рублей, новая цена 59 999 рублей. Полный список товаров, участвующих в акции, оставлю по ссылке в описании к этому видео. Также подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться в курсе всех свежих новостей из мира приборного поиска. Удачных находок и увидимся в МД Регион. Вылетело, это просто трешак. Пробочка. Обидно, досадно. Ну ладно, поедем дальше. Так, ребята, у нас включение опять. Рядом с чужой ямочкой. И я своим профессионализмом отрыл еще одну интересную советскую монету. Почему советскую? Потому что тут герб где-то я видел, разглядел. Друзья, здесь одни пробки. Я просто не снимаю сигналы. Вы заметили, я просто включаюсь, да? И смотрите, что мне попалось. Десяточка 1904 или 14 года. Чистить я ее не буду дома, посмотрю. Просто не знаю, так жалко, что не копнул в прямом эфире. Уже столько пробок в прямом эфире накопал, а вот десяточку не получилось. Ладно, сейчас будем копать. У ребят, говорят, находки хорошие. Сейчас еще походим здесь. Ну, согласись? Ну да, хороший. Похож на серебряный? Похож, но не факт. Ну, двадцаточка. 26. Ну, серебряные, то крупные. Вот я и говорю, да. Что-нибудь так. Или мелкий царечек. Да. О-хо-хо. Вот в этом комочке. Сможешь найти? Ну, это же вот опытный ты челик-то. Вот он. Таинство. Так, ребят. Колечко, что ли? Разбиваем. Зловещий смех Александра раздался над его копорскими угодьями. Сегодня, да, нет у нас человека, который дар преподносит дедушке хабар, поэтому мы с такими находочками. Ребят, к нам припер Янчик. Смотрите, его первые находочки. Новгородская гривна, круглая, впервые в истории. Вот. Лошадиная валюта. Очень интересно, кстати. Ну, неплохо. Вот. Ложка серебряная. Ну, это посеребрень такой, с алюминиевой. И, как бы это сказать, это же бронза. Бронзовый шпингалет. Натуральная бронза, что? Из этого что я возьму? Все, кроме вот этой ложки. Вы мне подарите или это вы себе будете брать? Забирай. Можно, да? А мусор взять. А я уже серебришко разменял. Ну-ка. Не найду, наверное. Выкопай сигнальчик мне.
Может, у тебя рука счастливая. Вот здесь вот. А как ты определяешь уже? Какой натерки, дай посмотри. Опа, натерки плохой. Ты чувствуешь вибрацию в ручке, да? Кайф, да? Ну хватит елозить-то, давай выкопывай. Проволока какая-нибудь-то. Я подумал, советик, правда. Зря ты так далеко откидываешь. Ты точно яму закапываешь? Да. И ты вот это потом сюда переносишь? Да. Ну, ладно. Дед-председатель будет рад. Угу, все будет. Так. Это здесь. Ты не умеешь, что ли, отдергаться-то, да? Нет. Смотри, кладешь прибор вот так. Нет. Вот так кладешь. Подожди-ка. А вот что-то я нашел. Опа. Крестик. Я тебя хотел обучить сейчас. Угу. Что это, блин, сохран-то какой нашел. Хороший. Ребята. Ух ты, еще есть. Пробуй. Неплохо. Сейчас я его буду обучать. А то, видишь, он рукой лазит там, ищет. Прикиньте, сколько он будет чешуйку искать. 92-93. Ну, на этот раз это должно быть что-то чудесное, расчудесное просто. Оба! Так, это не мой случай. Я обычно говорю, если с первого раза не выкопал, значит ерунда. Ну, началось. Все, сейчас будем копать шмурдяк, ребят, походу. Вот, держите. Топовая находка топовых комрадов. Сигнальчик. Завязывай, давай, выкапывай. Топовый сигнальчик, и этот сигнальчик откапывает сейчас самый молодой комрад в истории. Первый раз он сегодня копает. Я уже вижу его находочку, но пока ему не говорю. Я даже по сигналу уже сказал, что это будет. Вот она. Это очень интересная находочка. Ребят, 95 сигнальчик. Я думаю, сейчас будет нечто бомбическое. 100 пудов монет, прям 100 пудов гарантия качества. С первого раза выкопал. Так, ну ты подойди поближе, оператор. А то никто не увидит монету-то. А то никто не увидит монету. Ну что, на самом деле, что ли, монета? Да что ты здесь все пищит-то? Опа! Не соврал, на самом деле мы не точно. И даже сохран-то классный. Фига себе, вот тебе везет сегодня. Не то, что мне. Срабатывает хорошо сигнальчик. Опа. Ноги что ли уже меня не держат? Так. Не вижу. Где у нас сигнал-то? Во. Так, иди сюда. Так, идем. Опа, опаньки. Монитос. Монитосинка. Ребята, это деньга. Угу. Или полушка. Ладно, тоже хорошо, едем. Друзья, монетина. Монетина. С такого не очень приятного сигнальчика сейчас она была. Что-то, может, интересное. Опять же, ничего не видно. Вот как так-то, а? Так, это Николаевский, походу, тут. 3 копейки, наверное, по размеру. Короче, стал копать. Выкопал. Сначала проверяю ямочку.
А в ямочке сигнал опять вот такой вот железный. Короче, вот такой вот. И здесь только вот этот вот цветной туба. Ох, тяжела ноша кладоискателя. Ямку закапываем и летим. Вы соскучились по Саньку? Вот он, Сань-то. И у него 29. Офигительный сигнальчик. Я только что здесь царицу полей поднял. Николаевскую. И что же с чермедом? Да. Мусорное очень поле, ребят. Ой, сигнальчик-то. На серебро похож? Не знаю, что-то, блин, зашкаливает, блин. В смысле? Сколько выдает? Как банка, блядь, 30 аж. На самом деле? Да. А я вот послушать слушаю. Идет. Может, ты ее не выкопал? Да выкопал. Ну, здесь. Да ладно. Ты говоришь, как банка. Там должна быть монета размера с екатеринский монета, пятак. Такой. Ты сам себе противоречишь. Это есть. А я не вижу, что. Так, тихо. Нет, скорякивается. О! Что там? Это Александровская двушка. Нет, не двушка, однушка. 1812 год. Ай, Саня, молодец. Вот первый раз здесь такой сохран вижу, наверное. Или второй. Офигеть. Вон там нормально выкапывали. Хорошая монета. Я имею в виду на этой полоске, ребят. Мы здесь, вот, да, у того здесь столба вот я серебрушку нашел. Когда сигнальчик 89-90, я считаю и полагаю всегда, что это серебро. А сейчас вот он испортился. И мне полагать нечего. Но я, похоже, 91. 91. Как в лото говорят. 91. Виноводочная крышечка, друзья. Бинго! Золото Нибелунгов. Угу. Вот так вот ходят настоящие комрады. В рюкзачке у него хабарчик хороший. А в ямочке... Опа! Чешуйчка. Козий шарик. Нет, вряд ли. Чего? Ерунденька какая. Я здесь находил чешую, между прочим. Сейчас до ядра докопаешься. 4 или 5 чешуй я здесь находил. Я не чешуйчик. Проволочный, да, сигнал? 10. Чешуйчатый, чешуя у меня там тоже бьет. Мне приходится копать все. Золото там показалось не было. Ну, золото. Нет. Вот что вот медяк. Вон, давай чешуйку свою. Так. Артефакт какой-то. От конской упряжи. Угу. Только не от конской, а от человеческой. Это крестик. Сломанный, что ли? Да, такая искосячина. Ну что, Сань, молодец. Профессионал. Ребята, посмотрите на этого скромнягу. Скромненько ходит, идет. Металлоискатель на полметра от земли. Но ему везет. Ему везет, и он нашел офигительную монету. Показывай. И вообще расскажи о своих ощущениях, когда ты увидел ее. Какие были эмоции? Вообще-то я не рассчитывал, что я найду монетку. Вот такая вот монетка. Непонятно. Нет, 1870 год. Это у нас... Это у нас кто-то. У нас кто-то. Ребят, ну не силен я в истории. Я это вырежу, значит, если я не силен. Вот, блин, поздравляем, поздравляем. Руки тряслись, ноги тряслись. Ну так, есть. Ребят, конечно, вы сейчас по ту сторону экрана смотрите и думаете... Ну, что, нашел монетку. Ну да, для тех, кто каждый день ищет монеты. А для того, когда в первый раз нашел, первая монетка, это как
потеря девственности, так сказать. Так что ты ее придешь дома, отмочишь, замочишь. Я Екатерининскую хотел найти. Екатерининскую? Ну, сейчас подожди, вот здесь вот найдем. Вот здесь, кстати, гривенник находили серебряный, 1770. Я вот хотел вон там вот пройтись, посмотреть вдоль этой. Потому что я эту монетку я нашел буквально вот здесь, прям где ездят, вот на дороге. Вроде уже и запахано перестало быть. Друзья, ребята, комрады, сегодняшний коп наш подходит к концу. Смотрите, начали по полю навозик развозить. Мы только что там ходили. Вот. Заканчиваем мы не из-за этого, а потому что уже все-таки поздно, темнеет. И хочется подвести итоги. Такая вот крутая монета. Еще монетка. И крестик. Ой, и конинка, и крестик. Это у нас дядя Ян нашел. Все остальное это мои интересные находочки. Из серебришка сегодня попалась нам вот такая вот штучка. Не знаю, что это такое. Но как будто серебро. Все, что белое, это серебро. Десяточка. Тысяча. Ну давай фокусируйся. Тысяча там какого-то 800-го года. 904-го, что ли, или 14-го. Эти монеты не определишь. Ну ясно, что николаевские вот эти вот. А кстати, вот нормально видно. 1899-й. Красота, вот эта вот копеечка красивенная. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в Телеграм, ВКонтакте, везде. Я вас жду, чтобы не потеряться. И всем хорошего настроения. Пока.